Я Маша, а это Ваня и Лиза. А это наш кот и папа. И они понятия не имеют, как успокоить самых непоседливых детей. Но, кажется, я кое-что придумала. Все просто. Берем скотч. Нет, не связываем детей. А делаем самую настоящую беговую дорожку. И теперь спокойно занимаемся своими делами. Да, и можете быть уверены, здоровый сон непоседам обеспечен. Вот так. У мамы много сложностей. Но зато сколько маленьких побед, которые мало кто замечает. Здорово, что Виза вдохновляет меня и отмечает мои победы. А в следующий раз я расскажу, как уложить спать детей, которые не хотят спать.